Запеканка на сковороде. Не правда ли, звучит непривычно? Тем не менее, на сковороде можно приготовить вкуснейшие блюда. Нам понадобится фарш, картофель, грибочки, помидоры, тертый сыр, сметана или майонез, растительное масло, из приправ, красный перец, соль и итальянские травы. Для начала овощи, помидоры, картофель и грибочки нарежем кольцами. Фарш добавляем соль и специи. И хорошо перемешиваем. Фарш готов. Берем сковороду, наливаем масло, сверху выкладываем картофель. Картофель солим и перчим.
выкладываем мясо. Смазываем сметаной или майонезом. Дальше кладем грибы и помидоры. Теперь солим и перчим. Ставим на средний огонь и накрываем крышкой. Оставляем так 30 минут. Сверху засыпаем сыр. Накрываем крышкой и выключаем огонь. Оставляем на 10 минут. Вот и все. У нас получилась аппетитная запеканка наподобие пиццы. Только лепешка основа из картофеля. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Включите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Желаю всем приятного аппетита! До новых встреч!